Києву випав унікальний шанс приймати найпопулярнішу музичну подію в світі – Євробачення 2017. Це дало можливість і поштовх до того, аби зробити місто ще ліпшим. І столична влада активно працює в цьому напрямку, аби туристи мали змогу насолодитися і пізнати усю красу Києва. Комунальники прагнуть, щоб до Євробачення наша столиця була не лише зручною, комфортною та європейською, а ще й квітучою. А от як планують озеленювати місто працівники «Київзеленбуду», зараз розпитаємо директора КП УЗН Дніпровського району міста Києва Євгена Ковшуна. Він вже завітав до нашої студії. Доброго ранку. Доброго вам ранку. Ні для кого не секрет, що Київ – це і так зелена столиця, але ви хочете зробити його ще зеленішим до Євробачення. Так, дійсно так. І робота ця почата не тільки зараз, вона почала ще в октябрі місяці. Кожен землестрой почав вирощувати і доращувати рослини, для того, щоб вже 1 мая ми могли їх висадити в термочаші, висадити на наших газонах і дійсно зустрітити не тільки Євровидіння, але і весну. В связи с тем, что мы наблюдаем, весна в этом году пришла раньше, то есть возможность сильно сделать уже цветущим буквально на 1 мая. До речі, ви сказали про те, що вже робота раніше почалась, заздалегідь. От про які вже можемо результати говорити, що вже вдалось зробити? Ну, зараз у кожного зеленстроя вже порядка около 100 тисяч рослинів в маленьких таких бутончиках. Либо, опять же, так як 1 мая ми готувалися і висаджували чуть-чуть раніше, то такі... ампельные растения, как сульфиния, пиралгония, она уже дорощена, она уже даже цветет. То есть, если сейчас заехать в теплицу, то можно увидеть, что там процентов 10 уже цветов действительно буяет, и это действительно очень красиво. А на каком этапе сейчас подготовка? На чем сконцентрированы ваши работы насамперед сейчас? Ну, каждый зеленстрой готовится, ну, я могу рассказать в целом, как готовится весь Киев зеленстрой, и в целом, как мы готовимся наш Днепровский. Каждый зеленстрой выбрал для себя центральную клумбу, которую украсят в виде европейской, ну, скажем так, это будет выглядеть как логотип, но он немножко будет видоизменен. В нем будут присутствовать также цветы и... Ну, он будет где-то на наших развязках. Это каждую такую клумбу должен делать каждый зеленстрой. Также подготовка центральных въездов. То есть каждый зеленстрой для себя должен выбрать основное место, и опять же оно должно быть цветущее. Это ампельные цветы. То есть каждый по-разному має включить импровизацию, можно сказать, такую творчую и прекрасную. Я так понимаю, что этого року столица, она завжди квітуча, но этого року будет рекордно квітуча, якщо в абсолютных цифрах. Дійсно, больше будет высаджено. Действительно, больше. Мы планку, благодаря нашему генеральному директору, планка постоянно становится все выше и выше. Мы путешествуем также по разным странам, немножко учимся, смотрим, как у них. И на данный момент планка действительно процентов на 30 поднимается. Если в прошлом году мы можем говорить о минимальном где-то так 12 миллионов цветов, то в этом году еще больше будет. То есть мы переходим на такие вещи, которые, допустим, требуют меньше ухода. Это злаковые. Это мы взяли в Голландии, в Польше, где клумбы бывают такие, как пшеница, да, оно компонуется с чем-то. Мы переходим на не на летники, а на многолетники. То есть это тоже дает возможность, скажем, получить цветовую гамму не на весь год, но в соединение с летниками дать красивую клумбу. То есть и это дает возможность увеличить. Опять же, если брать прошлый год, то мы высадили рекордное количество деревьев. Только Днепровский зеленстрой высадил более 2500 контейнерных деревьев. Это программа пятилетки. 20 тысяч кустов. Это 10 лет работы предшественников директоров. А мы это сделали за год. То есть мы работаем над своим самоуршествованием. Мы хотим вернуть статус первой столицы самого зеленого города. И мы к нему движемся. До речі, чи вже розпочали розсадку квітів, власне, де зараз можна вже побачити, чи ще ці роботи зараз в процесі? К сожалению, на даний момент ще рано, тому що ми наблюдаємо, що сьогодні к вечору буде мінусова температура. Тому цвіти посаджені, ті, які будуть сходити на весенні цвіти, тюльпани, крокуси, нарциси, а також, які не бояться морозу, вони вже можемо наблюдати на клумбах, вони сходять. Тобто ця робота також була проведена ще в прошлом году, октябрь-ноябрь місяць. Ті цвіти, которые летники, которые мы выращиваем, они сейчас доращиваются в теплице. И при погодных условиях, скорее всего, это конец апреля, мы начнем их высаживать на клумбы для того, чтобы они радовали гостей. Мы знаем, что вы готовите сюрпризы до Евробачення, так? Да. Уже наша Иванка показала нам трошки места, которые можно будет відвідати, але есть такие места, про которые еще даже мы не знаем, где можно будет сделать селфи, снять на видео их. Расскажите нам, раскрывайте. Район, он уникальный. Мы начали программу «7 чудес света» в прошлом году, и она довольно была успешно поддержана нашими мешканцами, потому что она привлекает к паркам, она дает возможность поехать как по заграницам, да, сфотографироваться с Биг Беном, с Эйфелевой башней. Поэтому в этом году мы тоже готовим продолжение этой программы, но
для Евровидения мы специально подготовили небольшой сюрприз. То есть такой сюрприз существует в парках, скажем, Арабских Эмиратов. Это хамелеон, который сидит на дереве. То есть мы его сделали с, ну, скажем так, с цветов и с шишек. И это будет действительно такая окраса, не только приезжие на Евровидение смогут сфотографироваться, но и наши обыватели. Это будет установлено на сквере возле Международного выставкового центра, который сейчас заканчивается как раз строительные работы. И он там будет на постоянном... Он будет великого. Он выше меня, и сам хамелеон, наверное, ну, размером тоже с меня. То есть это будет такая грандиозная скульптура. Но это не только один сюрприз. То есть мы готовим также в виде деревьев красивые такие конструкции, которые будут выглядеть как дерево. И цветочки на этом дереве будут термочашами с плетущими растениями. То есть это будет цветущий куст такой, куст дерева. Их тоже будет установлено несколько штук, опять же, до Евровидения. Мы их уже начали устанавливать. Также еще один сюрприз ожидает те, кто посетит парк Победы наш. Там будут установлены две конструкции в виде черепах с габионом. То есть это тоже для Киева, оно новое, но оно придаст как бы архаичности, оно придаст как бы красоты для парка, и клумба будет не статичная, она будет иметь как бы такое как движение. Ого, ничего себе. Тобто це всі родзинки, які будуть на прилеглих територіях міжнародного виставкового центру. Їх можна говорити ще довго. Ще буде, так? Також, я думаю, що обов'язково також здивуємо. І ще хочеться запитати про те, наприклад, щодо парків, скверів, от щодо гідропарку, власне, що там можна буде нового побачити, як оно их зараз. Вы знаете, гидропарк, наверное, получит вторую жизнь, потому что благодаря, опять же, Евровидению и желанию нашего мэра в парк вдыхается вторая жизнь. Mm-hmm. Потому что если до этого парк все зачихал, там мы могли видеть только антисоциальные элементы, то сейчас, с учетом того, что туда вливается колоссальное количество денег, есть проект по тому же Диснейленду, есть несколько проектов по набережным, и уже делается реконструкция, и есть все надежды, что до 1 мая она будет готова. Там даже уникальная плитка, то есть, которой нет в Украине нигде. Ее разработали, это будет 20×40 плита, положенная на бетон, и она даже придаст по-другому. И весь гидропарк будет впоследствии сделан с этой плитки. То есть можно будет приехать, и еще самая будет такая небольшая родзинка. Гидропарк было место детей раньше. Да? Сейчас оно потеряло возможность как бы быть детским. Поэтому туда будет установлен самый большой в Киеве комплекс детской площадки. Это тоже даст как бы привлечение. Дякую вам дуже за цю важливу інформацію. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був директор КПОЗН Дніпровського району міста Києва Євген Ковшун, який розповів про те, як планують озеленити столицю до пісенного конкурсу Євробачення 2017.